Всем привет, друзья! Меня зовут Флоки, и добро пожаловать на новый ролик по игрушке Shadowfight 3. Друзья, что-то давно я уже не играл, на самом деле на это есть причины, на это есть реально причины. Я посидел в официальной группе ВКонтакте Shadowfight, почитал, там говорят, с первым боссом какая-то беда, он больно лагает, из-за этого я решил не рисковать. Но что-то уж больно этот патч долго затянулся, так что я решил, вот, в общем-то, пройти этого хотя бы первого босса. Вот, а помимо этого я тут поиграл немножечко в дуэлях, набрал себе чуток. Вот, у меня есть эпический, у меня есть легендарный сундук, который я открою в следующей серии. Плюс к этому у нас тут новенькое событие Багровый лес, который я тоже прошел, и обычное, и престижное полностью. И как вы видите, я себе уже прикупил и шляпу, такую очень прикольную, Матерь Смерти, и, конечно же, броню. Все это очень годно, все это очень мощно, мне все это нравится. И мы отправляемся вместе с вами сейчас в бой. И, кстати, я на самом деле даже не знаю, когда у меня выйдет это видео, возможно, оно выйдет вообще тогда, когда уже и патч будет, вот, и как бы будет немножечко тупо, но еще, я вам говорю, я записываю все это тогда, когда патча еще нет, там кусаригама какая-то есть у босса, и из-за нее, говорят, лагает, такие дела, угу. У меня, короче, здесь не высветилось, да, но там был диалог по поводу того, что какие-то вестники-боты тут откуда ни возьмись появились, и с ними, в принципе, ну, надо разобраться. Я к этому готов, у меня все есть, и бронька, и не бронька. А вот, это теневые боты, да? Окей, ну, короче, разницы на самом деле нет, мы в любом случае их будем выносить. Еще у меня есть один супер прикольный удар. Ага. Не-не-не-не-не, ты немного не так сделал, дружище. Это надо делать тогда, когда у тебя противник не упал, а когда он еще стоит. Ох ты, ёк-макарёк. Но это на самом деле не страшно. Вот ударчик, который у меня есть. Смотрите, если бы этот пинок идеально прошел, мы бы его схватили, было бы очень красиво. Но сейчас я пока что учусь с этим всем играть, так что не обращать внимания. Я с этим мечом более-менее еще что-то там умею. Вот, но с этой бронькой я вообще вот только сами сейчас пробую. Вот этот вот новый суперударчик прикольный. Как бы хочу вам показать его, но что-то как-то не получается. Какая-то фигня больше выходит. Ага. Ну, ты что ж, я тоже теневую энергию, да, истратил. А, дурак. Давай прыгай. Бэньк. Ага, ничего. Вот это вот мощно. Вот это вот мощно. Это мне нравится. Ладно, убили. Да, нафейлил, конечно, я жутко в этом раунде. Но сейчас я хочу просто вам показать этот пинок, на самом деле. Так бы мы его на изи заспамили и убили. Но я вам хочу показать именно пинок. Ага. Да блин, снова не схватил. Так. Ага. Ну, блин, ну вот что-то не получается у него. Вот он его пинает, а он бац и падает. Эти легионеровцы, у них пинки, блин, как не знаю чё. Больно мощные все какие-то. Ага, тихо-тихо ты со своими камами, братан. Полегче. Давай-давай. Ах ты ж, блинский, а. Да что ж ты мне не даешь тебя нормально пнуть? Кстати, у меня еще сюрикены легендарные выпали. Очень прикольные, сейчас они у меня мощные. Ну, самые мощные, по крайней мере, на данный момент. Ну, вот они прям мне нереально нравятся. У них еще суперударчик такой, ну, ты, блин, годный прям, ё-моё, мне понравился. Возможно, это, кстати, из новой коллекции, все, блин, ты мне надоел. Ты от всех моих ударов падаешь и какую-то ерунду творишь. Так что иди-ка ты нафиг, я тебя просто убиваю, и все, мучиться я с тобой особо не хочу больше. Ты какой-то балбес, блин. Не даешь мне нормально показать приемчик. Этот прогибчик, не прогибчик, фиг его знает, что это такое. Но что-то между тем и тем, короче. Так, и у нас тут какая-то годненькая награда, наверное. Огненные снаряды. Ага, круто, круто. И сейчас бонусная карта. Да, бонусная карта. Ну, естественно, не пропускаем и смотрим. Нифига себе подарочек выпал. Вот это я понимаю, хороший шлемак. Эпически еще бесплатно за рекламу, это просто топчик. Это реально просто топчик. А палуба свободна, но что же произошло? Где бунтующая команда Фанга? Принцесса, сделайте шаг за наши спины. Этот человек, только что вышедший из рубки, ответит на наши вопросы. Кто там, блин? Давай посмотрим. Мастер Окада. Если вы думаете, что можно безнаказанно гулять по моему кораблю и нападать на моих людей, вы смертельно заблуждаетесь. Но это мой корабль. А это не люди, а теневые боты. Я узнал вас, мастер Окада. Самый гениальный и жестокий из ассистентов Боло. Мои создания разумны так же, как и люди. Сейчас я научу вас уважать их. И попробую еще только раз заикнуться о Боло.
Ага, ты у меня тут, чувак, нормальный. Я сейчас тебя вообще на изи порешаю, мастера Окада, блин. Сейчас мы тебе покажем. Тут главный, кто тут герой, кто тут кого. Мочкань. О, вот, кстати, Кусаригама вот это вот. Кстати, не знаю, патч, может быть, и выпустили вот вместе вот с этой вот обновкой, на самом деле. Вот я еще не до конца это знаю. Но Кусаригама вот... А там что за... На заднем плане-то вылезла какая-то непонятная штука. Бот какой-то реально такой вот вылез, и ему норм. Полегче, братишка, ты что там вылезаешь-то? Сиди-ка ты там, где сидел. Вылезают, значит, модненькие такие, красавцы. Ну, у него оружие, конечно, очень крутое. Я бы с удовольствием с таким поиграл, если мне выпадет из легендарного ящика, который у меня приготовлен. Я надеюсь, я супер-пупер обрадуюсь. Ну, хотя я и так супер-пупер обрадуюсь. Я просто надеюсь на то, что мне это как бы выпадет. Вот. Ага, подожди, может быть, с тобой у меня получится? Алло, а он меня еще и бьет. Нифига себе. Нормальный ты чел. Вылезает откуда ни возьмись, бьет меня. Да ты че? Ты че не сделал-то супер приемчик? Ну ты даешь. Ну, конечно, когда у него теневая энергия, что-то, наверное, зря этот супер прием сейчас использую. Ай, ну фиг с ним, мы этот раунд все равно уже проиграли. Хотя не все потеряно. Нет, потеряно. Окей. Балду гоняю я в сегодняшней серии, на самом деле. Я просто хочу реально вам показать этот крутой прием, но у меня не получается нормально пинуть. До этого я играл в дуэлях, у меня на всех получалось. А сейчас я играю не в дуэлях, у меня уже какая-то фигня. Ты как не попал-то по нему? Получается. Вообще жесть. Ну давай, мастер Окада, блин. Я тут тебя... Ух ты! Это было неплохо, но ты только мне помог, дружище. Спасибо огромное. Этот меня дебил за мой спам хотя бы не кинет там в углу, потому что это их стандартная тактика. Вот все вот эти вот боссы, эти самые последние тоже боссы в событиях, они реально тупо, я их загоняю своим спамом в уголок, и они начинают стопить все это. И сразу вот после ударчика они начинают, короче, этот... Ух ты, увернулся, красавчик. А вот сейчас нет. Они начинают меня бросать, и в угол их тупо не забить. Они работают по одному алгоритму. Спам там, ну, хоть и действенный, если, конечно, получается криты там пробивать, допустим, которые, ну, реально так сбивают с ног, то да, это вот прям тема-тема. Но если не получается, то это до свидания, можно сказать. Блин, остановил, такое хорошее комбо было. Этот гаденыш остановил, действительно. О! Да было... Да ты чё? Да получилось же, а? Да что за ерунда? Этот пинок у меня реально получился уже. Иди-ка ты... Ох ты, блинский, а. Куда мой приемчик там делся? Да пинай ты его так, чтобы... О! Да... А, это блок был? Серьезно? Ай, ладно, блин, надо добивать, а то он сейчас меня реально убьет. Ага. Красавчик, конечно, да, ты там умеешь драться, все дела, я не спорю. Ну, блин, надо тебя убивать, а то ты меня сейчас завалишь так сам. Эх, жаль. Жаль, приемчик не получился. Но у нас, как минимум, еще два чувачка как бы есть. Может быть, одного только убьем. А просто хотел сегодня еще с вами немножко подняться в плане этого сезона. А то все-таки вещи новенькие получила. В плане сезона не особо пока продвинут. Ну, давай какие-нибудь годные вещи, что ли, раз уровень уж поднялся. А, ну тут всякая ерунда и снова бонусная карта. Ну давай легендарку хотя бы с бонусной картой, тогда я доволен буду. Но это, наверное, что-то как-то слишком зажрато. Ну ладно, давай посмотрим. Угу. Ну да, это в принципе практически легендарка. Поехали дальше. Супер награда, блин, за повышение уровня. Теневая энергия обладает сознанием, Бола никогда не признает этого. Ему это невыгодно, теневые боты чувствуют и мыслят. А Болл эксплуатирует их словно животных. Я восстал против несправедливости, а он сделал из меня врага всего купола. Приношу извинения, я не знал всего этого. Сфера разбита, режим Болла вот-вот падет. Нам нужен корабль, вы поможете? Этот корабль я купил в порту каких-то династийцев. Они продешевели, очень торопились, проверим его в действии. Ага. Ну, чё, нормально. Так, у нас тут безумно... С кем подраться? Не знаю, как и благодарить вас, мастер Окада. На этой карте отмечен остров, который нам нужен. Кто поведет корабль? Это опасное путешествие, ваше высочество. Я готов служить вам, пусть даже под чужим началом, на собственном корабле. Готов защищать мой корабль как свой. Хе-хе. Кстати, уже есть от кого? Слева по борту... А, слева по борту легионерский фрегат. К оружию. Ага, безумно, да?
Ох, не люблю я безумно. Погоди, ты не надел лучшие вещи, которые у тебя есть. Да блин, я знаю, в принципе. Ну ладно, давай наденем. Просто у меня вот эта вот ерунда есть, но... Я вообще не умею ей драться нормально. Да, тут сложно сразу становится, но я драться не умею. Слишком медленное оружие для меня. Тупо не получается, но оно мощнее. Оно в 100 раз мощнее, чем то, которое у меня есть, блин. Кривомордый! Хэ, здорово, я тебя помню. Ты уже оружие, да, сменил? У нас, в принципе, одинаковое. Кстати, ого. Ух ты, ёк-макарёк. Нифига себе, подрались мы. Угу. Ну, все-таки бронька проседает уж больно у меня сильно. Надо собраться. Надо собраться явно. Этот парниша меня выносит как нефиг делать. Да уж, я думал, я себе там подсобрал вещички. А, кстати, вот этот вот удар снизу, он реально какой-то имбовый. Ага. Эй! Что за... Вот эта фигня меня вообще не устраивает. Ага. О, во-во-во, наконец-то! Черт возьми, ну наконец-то сработало. Вот просто тема, вот просто реально тема. Этим ударом спамить это тоже круто. Ах ты ж гад. Эй, как так? Не получилось-то. Ой, блинский, сейчас походу я проиграю. Ага. Ах ты, шок еще пробил. Вот гадина, а. Кидай, кидай, кидай. Не-не-не, я проиграл. Ух ты, нет. А, ну все равно проиграл. Ладно, сдаемся. Я еще заметил то, что в событии сдаваться нельзя во время боя, прям там надо полностью проиграть. Давай это... Ой, не задание, давай еще раз. Мне нижний удар понравился, в принципе, могу им спокойно спамить. Вот. И я вам показал, наконец-таки, этот приемчик, как он его бросает прикольно. Он, кстати, легендарный и 11 очков дает. Ну, не знаю, он у меня откуда-то появился, я даже вот серьезно не знаю, честно, откуда. Ага. Блин, это... Реально тема, но что-то она какая-то фиговая. Ну, он меня вот просто выносит как, не знаю, дитё какое-то. Ага. Да кулачками. Легионеровцы же кулаками крутые, челы. Давай, вали его. Ага, красава. Так держать. Опа. Ой, я, кстати, прогибаюсь, да? Вниз, когда он что-то, да, делает. Неплохо, кстати говоря. Ах ты, блин. Падла, что сделал? Попал метко, на самом деле, ничего не скажешь. Ну, блин, нет, я, наверное, на безумно, но с тем мечом пройду лучше. Потому что так у меня совсем не выходит, его ударчики не... Да вот, блин, он реально раньше его наносит, и постоянный шок. Ну, классно, чё. Иди сюда, жопень. Я тоже над тобой немножко поиздеваюсь. Бэньк! Чё за... Хорошо, давай еще поиздеваемся. Я, в принципе, только рад. Блин, а у него вот оружие не вылетело, к сожалению. Хорошо. Да блин, он меня тоже бросает так нормик. Ага, давай, двигайся к нему быстро. Давай, нормально. Смотри, мы можем даже раунд так забрать, по идее. Опа, да, лол. Это изи. У нас просто атака увеличивается из-за шлема. Когда нам шок пробивают. И вот, в принципе, так вот можно и делать. Возможно, в какой-то степени это даже нам плюс. То, что нам по башке заезжает. Давай-ка я тоже задний удар. Ага, попробовал, блин. Он там уже свои ударчики в меня бросает. Опа. Блин, а у него тоже такая... У меня тоже такая, что ли, есть тема? Капец, и снова шок. Ага. Что будешь делать? Сейчас мы тебя накостыляем, гадина вонючая. Ага. Ух ты, а тут я чуть не проиграл только что. Ага. Давай-давай, на прогибы его, шмагибы. Все, что можешь, делай ему. Нет, блин, мы проиграли. Ах ты, блин, как же ты меня бесишь-то, гадина, а. Эй, надо другое оружие брать. Это точно мне не поможет. Кстати, мы сегодня же с вами совсем не открывали эти... в магазине-то ящички. Надо что-нибудь открыть. Ага, иди сюда. Откроем вестников. Просто мне из вестников сегодня что-то выпало хорошее. Я вот помню, редкий там был один наборчик за, ну, в качестве награды, в принципе. Но сейчас что-то как-то... Не, сейчас ничего не будет. Сейчас пустышка. Ну ладно, ничего страшного, у нас еще есть династия. Ну и, в принципе, легион тоже откроем. Блин, почему меня перекидывает?
Не знаю, странно это очень. Блин, 2000 монеток стоит легендарный. Это жесть. Я вот ни разу в игру не донатил, но я до сих пор вот сколько коплю, я очень вообще, ну, так отношусь к монеткам, что они реально копятся, там как-то хранятся у меня неплохо так. Но все равно я 2000 до сих пор не накопил. Так каким надо быть психом, чтобы тратить такие огромные деньги на один вот такой вот набор? Я просто не понимаю. Единственное, что здесь выгодно, это, наверное, вот эти вот спецпредложения в начале главы покупать, и все. И то ты за счет этого спецпредложения можешь всю главу там за часик пройти, да и все. И не заморачиваться. О, 3 редких. Ну и все. Кроме 3 редких больше ничего нет. Да. И так везде. В Династии, по-моему, даже 2 редких только было. Какая-то фиговая трата, блин. Здесь у нас, кстати, есть костеломы. Вот эти вот. Ой, костоломы. Ага, ну ладно, тоже фиг с ней, с этой оружкой. Ну, давай, вот еще разок я пробую с этим оружием, с этим модом. Если не получается, я беру дракона своего, которым просто нахлобучу этому челу вообще на изи, даже на безумно. Я в этом уверен, наверное. Ага, теперь моя очередь снизу. Вот этот вот удар, он вообще... Да блин, вот этот вот противовес его, он меня так бесит. На! Да блинский, я какой же ты жесткий. Он вот постоянно меня так фигарит жутко. Ага. Да не, ну что ты творишь-то, а? Вообще жуткий чел. Просто жуть жуткая. Ага. Ой-ой, сейчас я проиграю. На! Ага, на, блин. Мне на, а не ему. Давай. Ну почти победили, даже несмотря на то, что я очень жутко ошибаюсь. И какие-то удары, блин, непонятные его проходят по мне. Меня это раздражает, потому что какие-то, блин, вообще бредовые реально удары проходят его. Ага. Моя очередь. Хорошо. Хорошо. Еще. А куда у него вся хпшка? Он отрегенился, гадина. Нифига себе. Нормально. Давай еще раз. На тебе по башке. На. Хе-хе-хе. Вот это вот хороший раунд был. Ну так-то можно спамить, в принципе, но этот его удар с разворота... Он прям мне шок мгновенный, пол хпшки как дает только. И это вот тупо. Так, надо знать, что у меня есть сейчас это... Как? Это... Как так? Блин, вот эти легионеровцы гады, а? Вообще жуткие. Ага. Как? Да ты гонишь, что ли? Я вообще ничего не понимаю. Какие-то супер приемчики как-то тупо работают все. Ага. Давай-давай, выносим его. Сейчас самое главное его вынести. Нормально, бросаем еще раз. Давай-давай-давай. Норм-норм. Давай-давай, смотри, вынесли, О, это красиво было. Так ему и надо. Нифига у этих легионеровцев, блин. В блок удары такие жуткие проходят. Эти суперспособности, они просто жесть какие. Причем у каждого легионеровца, блин, такая ерунда есть. Жутко-жутко. Подводная маска, кстати, прикольно выглядит. Я бы с такой даже поиграл, но она очень слабая по сравнению с тем, что у меня есть. И давайте бонусную карту посмотрим. Так, готово. У нас здесь редкий спецприем для Нагинаты. Блин, как же я давно ей не пользовался, это капец. А ведь я даже не знаю, в новой главе есть что-нибудь новенькое для этой Нагинаты-то. Черт его знает. А я доволен, что купил этот корабль, вы более чем достойная компания, фанк вылитый я в юности, такой же упрямец. Земля, я вижу землю, мы на месте. Я останусь на корабле, боты ведут себя необычно, будто что-то или кто-то смущает их, будьте осторожны. Ладно, это все хорошо, конечно, но я пойду подерусь. Пойду подерусь, какой мне противник-то сильный попадется. Ох, ёк-макарёк. Еще я с таким оружием, с которым еле справляюсь. Да. Сейчас я собью свою серию побед по... О, еще и Йода-катана. Угу, классно. Опа, мой... Ух ты. Давай... Ох, хорошо. Ну, у него такая жуткая бронь. Ой, он мне вообще дофига выносит. Тихо. Чё, бомба? Я ничего не успеваю, блин. Ага, пробей мне шок, чел. Капец, да это вообще нечестный бой. Где нафиг этот баланс, чертов? Его вообще никогда, походу, не будет в игре. Так. Ах ты, не пробил я. Хотел суперприемчик сделать. Да блин, он мне в блок пробивает больше, чем я ему бью. Зашибись вообще сыграли. Вообще вот... Да я вообще... От чего я умер?
Это часовая бомба его или что это было? Или я там сам себя уже своим молотом задел? Ладно, тут без шансов, я, наверное, сдаюсь, тут делать даже нечего. Серьезно. Чувак попался просто нереальный. Его не убить, не победить. Я не знаю, у меня ни сил, ничего не хватает на таких. Я возьму вот эту вот свою оружку и просто пойду немножко подзаработаю. Но это очень странный противник, серьезно. Мне до этого попадался равный мне, а сейчас такие мощные. Да. Баланс просто зашибенный. Я еще видел, там мне кто-то в группу скрин скидывал, там разница чуть ли не 2000 у чувачков была. У него еще кусыри гаммы вот это. Ну тут можно сдаваться, в принципе. Я ему ничего не сношу. Вот это как бы вообще зашибенчик, да? Я, в принципе, сдаюсь. Но тут вот реально баланса вот просто ноль. Нечестные противники. Просто абсолютно нечестные. Не знаю, у меня мощности очень сильно не хватает, если так судить, что у них там вообще такая жесть. Вот! Вот это нормально. На самом деле здесь что-то неправильно. Это слишком большая разница, понимаете? Получается, когда я на границе вот этого вот героя нахожусь, то да, все окей. Противник попадаются примерно равные, чуть слабее даже. Когда я капельку перехожу эту границу, то все. Тебе на 600 попадаются мощнее, на 300, это просто жесть. Идеально вот тут, ну, просто, ну, конечно, различия, понятно, у нас 300 разница, блин. Это как мне тоже дебил попался до этого. Нечестный. Ну как нечестный? Он-то честный, просто раскидывает как-то странно. Я, конечно, понимаю то, что там по количеству вот этих вот моих кубков, но все равно, надо хотя бы как-то одинаково, что ли, более-менее кидать по общей вот этой вот защите, атаке. А тут прям, ну, вообще, как будто бы рандом, знаете, чистый. Вот 17-ку мне накинуло, редкий сундук, спасибо. И сейчас я посмотрю, вот кто будет следующий. Я не удивлюсь, если сейчас будет на 600 больше. О! Вот что за фигня вообще. Где баланс? Что с ним? Я не понимаю. Куда-то отъехал он, видимо. Не знаю, не знаю. Просто не знаю. Какая-то дичь происходит здесь с балансом. Вроде его там 1000 раз как-то фиксили, перефиксили, но ничего не помогает. Просто ничего. Так, ух ты, нифига себе, вроде никаких приемов не делал, а удар все равно в лоб получил. А еще, ребят, кстати, обязательно смотрите следующую серию, там мы продолжим проходить сюжет и откроем обязательно легендарный ящик вместе с эпическим. Такая вот у нас будет серия. Просто я решил делать такие серии. У нас будут боссы, будет обычная серия, где я буду просто драться по сюжету там немножко, и мы с вами откроем вот эти вот ящики крутые. И, в принципе, также потом дальше боссы будут идти. Вот и все. Ну, я не уверен, то, что я там дальше еще какие-нибудь ящики крутые выбью. Это мне все, кстати, за переходы давали. Помните, я вам баг показывал один? Когда там, типа, ох ты, нифига ты отрегенился, чел. Когда там переходишь на новую тему, тебе дают какой-то крутой ящик. Вот у меня точно так же было. Когда я 6-й дан вот на этом апнул, мне дали легендарный. Когда я апнул 3-150, мне дали эпический ящик. То есть это удивительно на самом деле, как так это все работает. Ну ты что не схватил-то? Как-то я криво все делаю. Та-дыщ, до свидания, сейчас хвостом. А нет, иногда ртом, иногда хвостом, непонятный дракон какой-то. Фиг разберешь. Ладно, победили мы его, победили. Но это было слишком легко и слишком нечестно. Потому что здесь баланса просто ноль. Я не понимаю, как он работает. На этом все, друзья, вот такая вот у нас сегодня получилась серия, мастера Окада мы победили, вот, ну, я вам наборчик показал, тут багровый лес, все дела. Не забывайте ставить лайки, обязательно подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии, нажимайте на колокольчик, всем огромное спасибо, всем удачи и пока-пока.